Они возобладали над нами. Прошли эпохи, минули века. Но для вечности это было лишь мгновение, подобное удару меча. Они были детьми, когда покидали нас, а вернулись богами. Потом случилось немыслимое. Империя пала. Тена исчезли. В наступившем хаосе полчища головорезов заявили о себе. Гринир, бесчисленная армия клонов. Корпус, одержимые обогащением плутократы и созданные ими техномонстры. В эту новую эру Лотос пробудила Тенна. Она призвала их на защиту, разнесенной на осколки системы. Подобно тому, как Найшвид столкнулся с уничтожением, сия участь постигнет и Тенна. Сегодня старый враг угрожает и союзнику, и врагу в равной степени. Наш хрупкий союз должен принять последнюю битву. Сражаться вместе. Или потерять все.